Всем привет! Куртка Rapid Dry Light – еще одна куртка из серии легких компактных ветровок. Несмотря на то, что она создана для путешествий, вы будете вполне органично и комфортно себя чувствовать в ней и в городе. Куртка сделана из тонкого и прочного нейлона, она хорошо дышит, защищает от солнца и ветра и очень долго сохраняет свой первозданный вид. Куртка практически не мнется, быстро сохнет и хорошо выглядит. Легкая ткань и свободный крой дают нам необходимую свободу движений. Центральная молния имеет ветрозащитную подпланку. Молнии карманов прикрыты клапанами. На всех молниях куртки есть ухватки, которыми удобно манипулировать. У куртки два нижних кармана и один нагрудный. Нагрудный карман глубокий и объемный, и туда с легкостью входит телефон. Капюшон сделан зацело с воротником. У капюшона две классических регулировки. Это регулировка по овалу лица и по объему. У куртки есть нижняя утяжка, которая спрятана на изнаночную часть изделия. Этот рукава подрезинен. За счет тонкой ткани куртка очень компактно складывается и не занимает много места. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии и отзывы на странице изделия на сайте компании «Сплав».